Смотря смешариков 3D, новые приключения и пин-код, я заметил одну странную особенность Каркарыча, которой нет в 2D эпизодах. Этой особенностью является чрезмерно большой клюв у нашего пернатого. Я решил углубиться в вопросе, но не нашел единомышленника в интернете, и потому решил поделиться этими мыслями с вами. Что ж, с вами, как всегда, я, Энри, и давайте начинать. Начнем сдалека. Никому не секрет, что смешарики — это очень популярная франшиза с миллионами фанатов по всему миру. Это ожидаемо, ведь классический мультсериал в 2D-формате очень зацепил зрителя своей добротой и смешными и интересными историями. Не буду сейчас рассказывать всю историю смешариков, ведь таких роликов полно на русском ютубе. Лучше обсудим тему дизайна полюбившихся нами героев. С переходом в 3D многие фанаты негодовали насчет внешнего облика героев. Людям они казались бездушными и вообще уже совсем не то. Их можно понять, ведь 2D-смешарики были действительно обаятельными и более привычными. В сообществе до сих пор ведутся споры о том, какие же смешарики все-таки лучше. Но знаете, нет смысла их сравнивать. Это не важно. Важно то, что клюв Карыча просто огромен. Я привык ко всем 3D-моделям смешариков, но к этому я до сих пор не могу привыкнуть. Чтобы вы поняли, вот он для сравнения, короче, с 2D-рисовки. А вот из 3D. Почувствую контраст. Каркарыч в 3D выглядит не как ворон, а как тукан. Ну, посмотрите, одно лицо. Я подумал, может это авторы птиц в 3D не умеют рисовать, но нет. Посмотрите, как хорошо выглядит пин из тех же 3D-эпизодов. Клюв у него не очень большой, что и делает его привлекательным с точки зрения дизайна. А у Каркарыча же полтела это клюв. Вы можете сказать, что Каркарыч же ворон, у них по природе довольно массивный клюв. Ну не до такой же степени, ребят. Авторы могли бы сделать клюв короче, как в 2D-эпизодах. И вышло бы это просто замечательно. Посмотрите, даже из пластилина люди слепили отличную модель пернатого. Если бы такой короче был в 3D, он бы имел один из лучших внешностей в трехмерных эпизодах. В общем, я не знаю, почему короче до сих пор здесь правили. Надеюсь, я все правильно растолковал, и вы разделяете мою точку зрения. Ладно, подводя итоги, я скажу, что это видео ни о чем. Я просто хотел рассказать, что мне не нравится, короче, в 3D-эпизодах. Надеюсь, видео вам понравилось. Вернусь снова через полгода. Что ж, всем хорошего времени суток. С вами был я, Энри. Может быть, еще увидимся.